8 ноября в храме иконы Божьей Матери Всескорбящих Радость Десногорска прошел просветительский семинар. Спикером мероприятия выступил Игорь Журавлев, председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Школьники Десногорска из первых уст узнали о поисковых отрядах муниципалитета. Благодаря таким инициативным группам в истории героев Великой Отечественной войны все меньше белых пятен. Отряд поисковой высоты образовался в 2005 году, в феврале этого года, следующего года ему исполняется 15 лет. За Родину вообще молодой отряд совершенно, ему 6 лет, но работаем очень хорошо. Начиная с 2002 года, каждые рождественские чтения получали и свое название, отражающее их основную тематику. Нынешняя тема – «Великая победа. Наследие и наследники», приурочена к юбилейной дате победы во Второй мировой войне. И цель мероприятия в том, чтобы напомнить о невероятно высокой цене, которую заплатили наши деды и прадеды за мирное небо над головой. Инициатором сегодняшнего мероприятия явился отец Виталий, который считает, что для подрастающего поколения очень важна эта тема, поисковое движение в городе Десногорске, и что нужно знакомить детей с поисковым движением, с людьми, которые в этом участвуют и которые в этом задействованы. Но это все, естественно, способствует патриотическому воспитанию детей. Рождественские чтения проходят в несколько этапов. До регионального есть муниципальный, подготавливающий темы для обсуждений. Наиболее интересные из них будут обсуждаться не только на уровне региона, но и в Москве. В Десногорске цикл семинаров завершится торжественным концертом 21 ноября. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ.